Короче, у меня эта жаба уже, блядь, в печенках, нахуй. Она мне все опускает и опускает, блядь, тварь ебаная, блядь. Я ее даже пошла нахуй, короче, не буду ее убивать. Потом, блядь, стану сильнее, приду, блядь, и пизду наваляю. Но, блядь, еще ваншотит, нахуй, своим языком. Да, блядь. Дискил какой-то еще, блядь, неповоротный, чем, блядь, в первой части. Хуй знает. Что с вами не так? Блять, проебать даже обычный удар, блять. Это надо было, блять, постараться. А тут это ёбаный рот. Он кидает гранату, что он с ней бегает. Не пойду я к этой жабе, пошла она, блядь, в пизду. Заебёт, блядь. Здесь у нас еще вообще. Там эта жаба прям так выбесила, что я уже возненавидел игру. Там за оптимизацию, блять, жаба ебаная. А вы мне про оптимизацию. Оптимизация, ладно, могут, блядь, починить. Это уже не починить, это вот. Хотя, бля, сделать перекат нормально. Или может там надо способность это открывать? Не перекатывается. А, курица, блядь. Я там сдох, вижу, блядь. Так, на птице надо лечу туда вниз, да? На птице, блядь. Чё это ща, бля, было? А? Проблема этой игры, блядь, не в оптимизации, а в корявости. То есть, если в первой части было это, то как вот Кел сам бегал, да, там как-то оно так коряво выглядело, то тут, блин, в управлении. Если в первом мне нравилось очень сильно управление, когда там просто кнопку зажал, ну, во время комбо, да, бьешь ударный, и потом ты резко переключаешься на следующую. Это здесь же это все просто. Спасибо. Thank you.
как в другую сторону, ну, да ладно. Toss me a stim, bud. Give it a try. Not bad, huh? I feel great. There you are, good as new. Almost. Own wars weren't yesterday. Did we win? Nope. Oh no. I recognize you. I wonder how long this has been here. You're friends with Grease, right? Yeah. If he asks about the 50 credits, say, may or may not owe him, tell him I left the planet. I think I'll stay out of this. If you won't lie for strangers, who will you lie for? For the help. Блять, ну жаба, сука, пизда, ну. Я прямо ненавижу. Хоть биться это не надо, блядь. Focus. Потому что одна мне заебала. Здоровая хуета. Даже не добраться. На глаз задёргался, блядь. Кел, блядь! Сука! Куда ты летишь, блядь, не в ту сторону? Ты можешь вот просто, блядь, по прямой. Куда тебе еще? Ты дятел, блядь. О, господи. Чё за корявость-то, блядь? Я, наверное, буду орать, потом скажу, игра хорошая. Корявая, да, блядь. Dark Souls, чё, для меня вообще корявая, блядь, игра, нахуй. Из-за ебучего управления вообще, блядь. Так ненавидит свою аудиторию, делать такое корявое, и говно жрут и... О, да, как это круто, когда, блядь, тебя управление вообще нихуя особо-то не слушается. Секира мне нравится, но управление ебать его с... This is a nice one. You had better get him. I don't want to explain another failure to command. Enemy neutralization. Здрасте, блядь. Okay. I could have been a BX. Так, все,
Думаю, можно идти уже в город. Да? Come on, Echo. Погнали. Казалось, что трава светит. Рядом и барышня. Let's move. I'm happy you came here. All goods acquired completely legally. Thank you very much. Чё, у меня всего 17, что ли? Ooh, that's a nice one. This will be useful. I held that one just for you. Gonna go with this one. You know a good deal when you see it. Oh, I knew that one would catch your eye. One of my favorites. Ты дура, что ли, блядь? Ладно, похер. Could use this. I knew you'd pick that up. Grease ever tell you the story of how we met? No, let's hear it. Oh, he first landed, talking dreams of taking over a cantina. I pegged him as just another Priorite vulture. Someone who comes out of nowhere, turns a credit from a few suckers, and skips town. Of course, when I saw him putting real care into the cantina, well, I knew we were cut from the same cloth. Pylunes is as important to him as the Mantis. That's why he named it after his great-grandma. That's right. You stick with Grease. He's one of the good ones. Just don't tell him I said that. Your secret's safe with me. Mix it up. Так, что-то же мы там. Да ну выглядит как-то ебанский. Гармонии все нашли, да. Так. О,
That should do it. Так, солнышко как-то появился, да? Может быть, я ж там спас кого-то? Сейчас посмотрим, может, с ним можно разговаривать. Вот наверх открылся, здесь. Да. Ты был. Let's clean it up a little, buddy. I wish those raiders would just leave us alone. Every time they smash things up, I'm the one who's gotta fix them. The outpost is lucky to have you. Sure. I just wish I could build something that couldn't be knocked down, that's all. Yeah, me too. That your ship outside? Yeah. What's it to you? Can a girl be pleasantly surprised when someone brings some class to this rock? Was that a compliment? Was it? Oh, hey! It's you! I saw you tearing through the woods. Remember me? Name's Toa. I'm a historian. Freelance, these days. Cal. Also freelance. Oh, no. Planning on doing more exploring? Of course. This is my first time beyond the Mid-Rim, but I can already tell this place is a trove. Centuries ago, folks couldn't wait to scratch out a living under a new sky. And hell, they sure chose a vibrant world. Vibrant, huh? Listen, friend, what's your name? It's Cal. Moran. Charming. You seem a decent sort, Cal. Look, maybe you're just the latest fool to get tangled up with the Bedlam Raiders, or maybe you're the real deal. But this place will bleed you dry. Understand? Get out while you can. Noted. Let's see what we find up here. Еще выше. Ah, lad! Cast your eyes over this beauteous tank! Glad you came around to it. Hey, didn't he make a fetching first impression? Have a mind to give it a third scrubbing. Cleaning the filter, you'd think someone tried to cram a mollusk through a sieve. Oh, can't unhear that. А, это просто за рыбками наблюдать. А, ух ты, блядь. Мистер Жаба-Жаба. I gotta confess something. Here we go. That tech I tried to sell to Ravis, there's more of it in the valley. A building right in the center. You can't miss it. We've already been there, Turgle. But thanks for the tip. Really? Well, is it too late to say that we split whatever you find 50-50? 50? Maybe next time. I'm gonna hold you to that. Welcome, welcome! Why not step up and try your hand at Holo Tactics? The game of sages and warriors alike.
Ah, our savior returns. Let me make a proper introduction. I am Bima Ook, and this is my associate, Tully Moo. As you can see, we have set up a game of Hollow Tactics here in Pailoon's saloon. I'm Cal. Glad you made it back safe. I'd say the same to you, but it seems there is no doubt that you can handle yourself. I see you have a companion droid. They can add to your Hollow Tactics deck by scanning combatants. Got it. The more scans BD collects, the more options I'll have in the game. Exactly. Of course, there is nothing stopping you from playing right now. Oh, it's time for some Hollow Tactics! Нихуя не понимаю, что это. Типа шахматы, что ли? Ебать. Типа я кидаю им вызов, да? И награду. So, it's a recording? When do I start talking? Ну вот такие это по три, да? А, у меня всего лишь типа боевых поинтов. Окей. Подожди. You'll never beat me! У меня 6 очков, да? Ага. Так, кого мне лучше взять? Вот один такой. Я не могу выбрать других. Ладно. Go! Oh, it never stood a chance! And Cal takes one out! A well-played round by Cal Kestis! Love to see it! Угу. Типа, это, я так понимаю, это типа обучение, да? А, у него обычное. Подожди, а как мне взять другого? Хер знает, я не понимаю, где мне выбрать других. Let the battle begin! Brilliant gambit. Награда. Gambit. Oh no, my high score. So, you think you can take on old Grease? А как? Че за? У него курица. Так, да? And it's a corner!
Uh-huh. Cal can't be happy with that round! Wait, what do you mean there's no actual credits involved? So, you think you can take on типа, один credits? Раунд проебал, значит, врагу надо, блять, эти раунды выиграть, а мне типа хуй, да? И при этом менять я разных все ставить не могу, блядь. Так, это огнемеч. Ладно. На нахуй. Жри, блядь. Combat! Now that's a holo kill! And it's off the board! Well done. Your strategy proved superior. Так эти квочки, они же сразу бегут. Вот чё, как мета менять разных? Я не понимаю вообще, бля. Давай, все, пошли. Hollow Tactics! На нахуй, троих сразу. And it's a corner! Че вы за лохи такие? Все, да какой next? Два из трех. Все, я выиграл. Обезьяны ебаные, блядь. Погнали. Commence! Чего такие дебилы? Чего они бежат на них? That's a score for Cal! Round and match to Cal! Пилота. Double or nothing? Да нахера мне эта ваша куртка-то пилота? Тулак-то. Чё за хуй? This will be a true contest of minds. Здесь чисто шмальба сейчас будет, да? Угу. А-а-а. Вот как выбирать. Commence! И все, блядь, косарые. It's a corner! That unit is toast! Серьезно? And it's off the board! Как это, блядь? I foresaw this victory.
Да заткнись ты нахуй, как я так сразу, вот сразу проебал, блядь. У меня же опять начинает глаз дергаться, это не есть хорошо вообще. Значит, так. Ставим одного такого. Такого поставим. Да и вот такого как бы. Все, поехали. Advance! На нахуй. На нахуй. Chance. Блять, будете попадать, нет, сами? Блять, да, они воистину вообще. That unit is toast. Fortune smiles on you. Хуя у него там одни дроиды. Опять же, поставим такого. Погнали. Combat! And it's off the board! That unit is toast! Obliterated! Так, блять. Cal loses that round! What now? Иди ты нахуй, слышишь? Иди нахуй, блять. This will be a true contest of minds. Вот как тут играть, когда ты такой думаешь, ага, ну эти солдаты, они же должны типа стрелять, а эта хуйня сразу такая, пау, целится. Вы такие косые, я понятно. Oh, it never stood a chance. What a show. Ну-ка, смотри, расставлю сейчас так же, как и у него, да? Ну что он взял? Двух вот таких он взял. Так, еще у нас есть на кого-то на третьего.
нашего штурмовика. Да чё за хуйня-то? Почему они берут гранаты и бегут с ними? Типа, блять, и логика в этой мини-игре. Я не могу понять, я ничего не управляю, не задаю никакие команды. Чё им на кого нападать? Они типа сами бегают. Чё за пьяный бред-то, блять? Combat! Oh, it never stood a chance! Вот он сейчас за ракетами у него стреляет. Какого, блядь, рожна вообще? And it's off the board! Oh, куда это гранаты? Чё за... Как? Блядь! Now that's a holo kill! Ебал я в рот это вот... Вот это вот... Чё? Ой, блядь. У этой игры есть проблемы. Проблемы-то не в оптимизации. Они вот в игровом процессе. Done for now, huh? Well, иди there's нахуй. Still more to take down when you're back. С вашими мини-играми, блядь, тупыми. Так, еще лучше, да? Скоро давай. Сады. What a view. I bet I could plant a great garden up here with a little help. This could bring some color to the garden. We'll grow safe here. Planted. Now we wait. Все, что есть, посажу. Let's plant this here. О, блядь, еще какая-то есть хуйня. That's the spot. Okay, the seed is in. Plant this here. В
Все, засадил на. Got a solid beginning here. Let's build on it. Seeds. What do you think, PD? Bring them back to the garden? Так. Ну, я думаю, пойдем в этом, сохранимся, и на этом все. Да, в принципе, сейчас на этом все. Дальше мы уже продолжим сюжета. Так что, давай. До скорого.